Всем привет! Сегодня хочу поделиться опытом владения компрессором фирмы CarMega. Вроде бы такой маленький, неизвестная фирма, но удивительно, он работает 2 года. Причем я им часто пользуюсь, качаю не только на легковой машине, но и в Соболе. Ну, мячики различные постоянно сыну подкачиваю. И в Хонде корректирую часто давление в шинах, так как у меня присутствует контроль за давлением шин. Вот сейчас я поставил летние колеса, ну, подождал, когда немножко температура поднимется. И сейчас мне нужно задние колеса довести до 2,2. Мне даже жалко портить вот такой вот аккуратный чемоданчик, поэтому в багажнике, да, в коробке, в которой он шел. Вот такой вот аккуратненький, миниатюрный, до 3,5 атмосфер он качает. Конечно же, вы на каком-нибудь грузовике не накачаете им. Но для легковой машины это просто отличный вариант. Так что, если вот встретите такую фирму, можете доверять ей и покупать смело. И по цене он был очень недорогой, до 1000 рублей 2 года назад. Я сейчас, конечно же, точную цену не вспомню. Здесь подсветка. Ночью можно подкачивать. Диодная подсветка. Причем диод такой, коп стоит. Ну, не дешевый. Здесь тоже подсветочка голубенькая идет. Шкала точно показывает давление в шинах. Ну, естественно, проверять, когда накачали, отключили. Тогда мы смотрим давление фактическое. То есть, не то давление, при котором он работает. Он чуть-чуть завышен. Минусы, конечно же, есть. Минусы в том, что слишком мало тут места для вот этого шнура, но плюс в том, что оно вообще есть. И поэтому, видите, вот здесь вот всегда вот, ну, тяжело сложить туда все полностью. Зато все насадочки, вот, мячики качать, какие-нибудь там матрацы и так далее. Ну, вот здесь все сразу в компактном виде, вот так вот сложенном. Сейчас мы подкачаем задние колеса и продемонстрирую, как он работает. Вот так вот сразу он при подключении к прикуривателю засветился. Все, в итоге у нас ровно давление. Буквально за пару минут мы накачали колеса. Никому не прокалывать колеса. Всем удачи в дороге. Пока-пока.